Здорово, всем парни, с вами Василько, это Апекс, на балансе у нас 4500 рубчанских, ссылочка на сайт будет в группе, переходим в группу, подписываемся, ссылки на сайт нажимаем, там абсолютно все сайты, есть ссылка на числе и на Апекс, также ссылочка из игры в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарии, и первый комментарий, ссылочка на конце. Не выводил отсюда ни хера пока что, потому что хочу с вами проверить одну стратегию. На 5 минах надо набить 3 ячейки. То есть забираем x2 от баланса, забираем. Вот таким вот образом просто выбрали 3 любых клет. Ну, потом, естественно, удваиваете. Забираете, делите, играете опять. Забираете. И вот таким вот образом просто идет фарминг бабл кэша. Давайте будем играть, ну, блять, типа, ну, так неинтересно на удвоение, поэтому будем играть по жестким ставочкам. Естественно, вот если вы удвоите, то три клеточки — это минусовая херня, надо 4 выбивать. А можно 4 в натуре повыбивать, допустим, вот, вот таким вот образом. Опа-на, это хороший икс. Слили, удвоили. Но надо, ну, блять, чтобы хорошие ставки делать, нужен хороший бэбл. Баланс. Вот. И типа таким образом, блять, это охуенный фарминг идет. У нас уже плюс косарь есть. Давайте попробуем дойти до 10 тысяч. Если дойдем до 10 тысяч, это вообще охерительно будет. Просто охерительно. Клубительно. Вот. Она подъебывает. 1900 опять забирали, уже 6. Возвращаемся опять на соточку. Вот, забираем. Можно даже по полтиннику, чтобы особо рисков не было. Потом вот соточку, допустим, убираем. Потом опять полтинничек. Блять, охуенная тактика. Ну, я не знаю, вроде ничего не сложного нету. Но как бы, ну смотрите, она выдает. На 5 мина. Вот так аккуратненько просто. Блять, ну удвоение. Слили, удвоили. Выиграли, вернулись к исходному балансу. Это получается x2,48. 2,5 почти x. Но при этом, блядь, опять, сука, 4 нажал, да, сука, ёбаный народ. Теперь надо удваиваться, да? Пиздец, блядь. Что значит, проебал момент. Ну ладно, хорошо. 7000. Лучше с полтинника, лучше всего. Если у вас баланс маленький, вообще с 5 рублей можете начинать и просто тупо делать дела. Ну, можно как-нибудь еще менять, типа. Да? Вот она нас сейчас слила. Ну ладно, это ничего страшного. То, что мы не удвоили. В принципе. Вот, слила. Удвоили. Слила. Удвоили. Но сейчас желательно вообще менять. Ну ладно, хорошо. Пока идет, куда торопиться. Особо нет. Вот, у нас 7660. Давайте вот так вот. Заберем. Самое пиздатое — это когда удваиваешь, типа, ну поняли, вот. Вот можно сразу вот так 400 рублей ебануть. Но это тупо, конечно. Тысячу сразу. А 1000 это максимум, кстати, здесь, да? Ну вот по 1000 сейчас. Бля, пиздец. Хуёво то, что 1000 это максимум. И, типа, больше ты не сможешь поставить. При этом нужно как-то побольше ставить, чтобы уйти в плюс. Ну, блядь, куда ты так сливаешь-то? Я понял, что ты по 500 рублей выдаешь, молодец, все дела. Но желательно побольше. Сейчас льет. Нет, кстати, 9000, пацаны. Уже почти десяточка. Ну, как я понял, как я не знал до этого, то что максимальная ставочка — это 1000 здесь, поэтому... Чтобы хорошо удвоение сыграло, нужно как бы с маленького баланса начинать, желательно. То есть вы будете целый день долбить, но вы уйдете в хороший плюсик. Ну, сейчас мы, конечно, порисковали, но систему вы поняли. Сейчас, короче, если мы сольем, мы утраиваем, потому что я проебался в моменте. Вот. Сейчас удваиваемся просто тупо и опять тыкаем. Забираем. Вот таким вот образом мы сейчас просто по 10 рублей, ну, минимальный диапазон на данный момент игры будет 10 рублей составлять. И мы сейчас просто тупо пытаемся до десяточки дойти. Если до десятки доходим и не сольем баланс, что маловероятно, то тактику можно посчитать рабочей. Блять, это просто, ну, изичная рабочая тактика. Больше мне нечего здесь сказать. Вот, у нас осталось буквально еще немножко. При том, что мы ставим, чем больше ставку, тем
половинка наша, вот, вот эта половиночка 48, она становится больше, соответственно, ты больше забираешь куша. А это прикольно. Это реально прикольно. Ну все, давай последний разик и... Я сказал последний разик. Что, теперь десяточку нам не выдашь, что ли? Выдаст она десяточку, и 35 рублей мы можем просто поставить тупо. И опять вот так клац, клац. 86 хер с ним поставим. 213, кстати, 214. Ну, сейчас слет, наверное. Да. Пацаны, 10 тысяч мы с вами подняли. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять свои пожелания и комментарии. С вами был Василько. Еще увидимся, всем удачи и всем покедов, парни. Охеренный ролик, 10 тысяч на балансе. Хорошая тактика, вроде бы несложная. Вот, придумал, вот прям придумал и решил записать ролик по ней. То есть, блядь, просто вот, 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 вот что ставить. Раз, два, три, четыре, все. Я сначала вот так проделал, но потом понял, 1.91 это такой себе. Вот 2.48, это уже неплохо. На 5 бомбах вот эти 3 клеточки и вот эту четвертую проклацывайте и тупо фармите. Ну, главное, суть в том, что надо проклацывать просто одни и те же клетки на удвоение, то есть на умножение. Это изичные тактики, блядь, реально работают. Попробуйте лично по моей поиграть, попробуйте реально. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, оставляйте свои комментарии. С вами был Василько, и еще увидимся. Всем удачи и всем покедова, парни.